Франция столкнулась с беспрецедентной нехваткой воды. Уже в ближайшие годы в национальном водном балансе может сложиться дефицит на 10-40%. Это представляет прямую угрозу сельскому хозяйству, а также социальной сфере. В связи с надвигающейся проблемой министр экологических преобразований страны Кристоф Бишу призвал ограничить использование водных ресурсов. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. По словам Бишу, февраль оказался самым засушливым с 1959 года. Из-за засухи в 2022 году уровень грунтовых вод держался на низкой отметке. Ситуацию усугубил чрезвычайно низкий уровень осадков в начале нынешнего года. В 4 департаментах Франции уже введены ограничения на использование воды. Еще в 10 установлено специальное наблюдение. Уже в начале марта будет создана межминистерская рабочая группа по контролю за ситуацией. Планируется сократить потребление питьевой воды на 10% на национальном уровне. Среди механизмов, которые, как ожидается, позволят претворить планы по экономике в жизни, называются капельное орошение в сельском хозяйстве и увеличение количества установок, позволяющих повторно использовать воду. Ситуация серьезнее, чем в прошлом году. В настоящее время мы на 2 месяца отстаем с подпиткой подземных вод. Все индикаторы находятся в красной зоне. У нас 30 тысяч очистных сооружений, но только 77 из них могут очистить сточные воды для повторного использования. Таким образом, мы лишаем себя миллионов кубометров воды.